Здесь вот мы ночуем, вот в этих домиках, вот в этом домике. Вот здесь вот смотрите, как утро. Красиво, туманчик в горах. Водичка. Ну, водичка, конечно, вот с Тулуюла идет мутная. Дальше половина реки идет светлой, чистой воды. Пирсик такой. Геннадий вон рукой снизу машет. Лодочка у нас вот там вот спущена. Вот человек, который за домиками следит, Рустем. Ответственный. Рустем рукой. Очень, очень нас гостеприимно приняли. Спасибо. Дровишки в дом, все наготовлено, все классно. Банька истопится. Вот так вот. Классно, смотрите, столик. Летом вообще цветочки даже, смотрите, растут. Что это, огоньки, наверное, или шафраны какие-нибудь, не знаю. Что за цветы, Рустем? Шафраны, наверное, какие-нибудь? Я, говорит, не знаю. Ну, красиво, я говорю, даже вот холодно, да? Вроде бы заморозок. А они распускаются. Смотрите, друзья, классно. Вот такая классная природа. Все, сейчас собираемся, ну и уже на воде. Начнется съемка, друзья, наших красот, рыбалки. Вот Геннадий всем привет говорит. Ну как отдых, Геннадий? Да нормально. Как рыбалка, тоже классно, да? Кстати, хочу сказать спасибо Дмитрию. Он меня завлек рыбалкой. Я приехал второй раз. Ну, если судя, уже четвертый раз. Мы 3 дня уже здесь. Да. И тогда раз был. Ну, клев бешеный, классно. Пулеметный. Загорелся, друзья, вообще. Заходите на канал его, смотрите. Обязательно смотрите видео. Кто смотрит это видео, вы правильно сделали, что зашли на канал. Вы в нем много чего нового увидите. Познаете секреты ловли на хариус. Да. Ну, мы ловим и зимой, и летом. Мы также и щуку, и окуня, и дочь, и вот наши дети выезжают рыбачить. Дай бог, еще не раз мы выйдем, конечно, порыбачим. Выйдем. А отдохнем и с ночевкой. Дружба не может быть на год. Да и на один день, да, как говорится. Если в дружбу, то на всю жизнь. Все, спасибо. Ну все, что, Алексей, ведерко мой, да? Сейчас собираемся и погнали. Ну и все круто. Советую всем, останавливайтесь. Называется «На устье Тулуюла». Обалденно. Тут у них вот даже хозяйство есть, друзья. Есть там хрюшки. Тут кролики, вон бурундук побежал. Бурундуков много. Тут у них тоже как это, ну, как домашние, да. Вон, смотрите, друзья, кролики. Классно вообще. Свой зоопарк здесь, короче. Вон, смотрите, сколько кроликов. Вон кушают и маленькие, и большие. Вон, смотрите, друзья. Вообще классно. А там вон, как они, пятачки. Пятачки, вот они. Вон. Хе-хе. Как ручные, смотрите, друзья. Смотрите, вон, как ручные. Вон. Так что вот так красиво. Давай. Камеру, все. Все. Все, газуй. Давай. That I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said,
damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look, look, look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Короче, приехали все мы на скалу, где вчера мы завершали нашу рыбалку. Сегодня приехали. Вот хотим половить. Геннадий уже зашел в перекат. Кидает снасть бомбарду. Кстати, друзья, после этой рыбалки я обязательно покажу, как сделать правильно, привязать все, бомбарду, как поводки связать, все это покажу. Так что вот так. А мы будем рыбачить с Алексеем, продолжать на удочку. Вон Алексей уже в перекате стоит, уже пошел рыбачить. Ну, эта снасть есть, будет ссылочка. Так что смотрите, пользуйтесь. Всегда буду только рад. Ну, а так, денек прекрасный. Солнце с утра, с самого времени у нас сейчас 10 часов утра. Для клева, может быть, даже это еще и рано. Потому что паденка не полетела, это осень, холодно. Опять же могу сказать, что как мы рыбачим с Алексеем на удочку, рыбалка из-под ноги, вот так я скажу. Могут быть поклевки, может ловиться, но на бомбарду не всегда ловится. Почему? Потому что еще не летит паденочка, как я сказал. Не летит вот эта мушка, комарики. И она еще пока не воспринимает это муху, которую кидает Геннадий, всерьез. А сейчас ближе к обеду полетит, прям постараюсь снять, показать вам слой, какой будет мушки. И будет клевать 100%. Как всегда, друзья, говорю, подписывайтесь, не забывайте жать на колокольчик, ставить лайк. Ну и что, ни хвоста, ни чешуи. Снасть у меня связана, сейчас покажу, какие мушки стоят. Ну и пойду в перекат, пробовать ловить. Пожелайте нам всем ни хвоста, ни чешуи. Ну все, погнали. Вот природа такая, красота. Вот Алексей. Вот такой вот перекатик. Вон туда ушел Геннадий, подальше. Так, ну что, друзья, все, я готов. Пошел в воду, в перекат заходить. Мухи использую снизу коричневую, сверху вот такую вот оливку, сопля. Ставлю картинки отдельные, так как по качеству видео не все видно. Сфотографирую, вставлю, на какие я мушки рыбачил. Все это покажу, друзья. Все, заходим в перекат. Вода зеркально чистая, вообще просто идеальная. Там нету тоже рыбы, потому что еще утро, активного клева нету. Бля, камни скользкие, вообще караул. О, есть, вот он, друзья, первый хариус на сегодня. Вот такой зачетный хариузок, друзья, фиолетовый. Сработала коричневая мушка. Вот так вот. Вот он первый. Первенец на сегодня.
взялся на выходе. Посмотрим, что еще есть. Я не думаю, что он один. Проходит и кидает вот сюда. Чистили он желудки хорошие, вон, смотри. Видел, сколько желудков? Хорошие все. Вон туда надо вставать. На сливчик. Вот так. Вот сейчас будет. Вот, вот. О, удар был. Не факт. На выходе был удар ли? Да я хер его знает, чё. О, я же говорю, глубину надо поменьше. Поменьше или побольше? Побольше, вернее. Это мелкий. Но есть удар, он выходит оттуда, из-под этой. Из глубины идет. Вон, вон опять. Вон, видел? Вот это уже двадцатка. А можно, если будет клевать, он с одного места будет клевать. На маску зайца. О, опять он, видел? О, опять, видел? Хороший. Блядь. Ну ты чё? Вот он, такой вот, друзья, хариузина. О, мелкий. Меленький, друзья, отпускаем такого. О! Вот он, хороший, двадцатка, вот по отметке. Нормально. Он с ямы сейчас выходит на подкормочку. Все, 4 штуки и все, что ли? Да ёптвою мать. Есть двадцатка, друзья. Вот он еще. Лень, зайди маленько. Ты да. Стои, ну поглубже, на. Он с ямы идет.
Я вот зашел поглубже маленько. На шаг сдвинься сюда. А она у тебя поверх, что ли? Понял. Да, собралась тут рыбка, друзья. На мраморочке. Хорошие. Ах, сошел. Сошел, друзья. О, опять был. Ну, куртку вверх задери и все. Нашли мы его след хорюзинный. Вот хороший. Ой, давит. А! Хороший, друзья. Двадцаточка. О, на соплю взял. На сопельку взял. Вот моя маска зайца и сопля стоит. Вот они, рюзочки. Видишь, держишь, он на выходе берет. Надо дольше держать, Лех. Вон какие красавцы. Сошел, друзья. О, меленький. Такого мы отпустим. Вот он, красавец. Хороший.
Я только рад буду. Я своих 30 поймал. А? Сейчас только что. Ну? Ну? На, смотри. Набрал? Набрал. Нихуя. Ты вообще, ну-ка, что за муж? Ты что, все, рыбач не будешь? Нет. Я сушиться пошел. Дай твою лучшую. Да вон, все тут, блядь. И телефон? Конечно. Вот так вот, друзья. Несанкционированное падение было. Вот это рухнул я. Нормально. Так, друзья, смотрите, вон все текет. В вейдерсах. В одной гаче хлюпает. Ну а что делать? Такова судьба хариузятников. Ногу отбил. Все, друзья, сейчас буду сушиться. Короче, вот так занырнул. Вот стою в курточке. Вот так вот. На голое тело. Ну, вещи есть, друзья. Переоденусь. Сейчас ребята половят рыбу. Я, видно, своих 30 штук поймал в этом перекате. Он, Геннадий, попросил, говорит, удочку дай. Пойду на твою удочку попробую порыбачить. Ну, я стал подходить. И, короче, там вроде на камеру заснялось, друзья. Не видно, торчал большой камень. Все, я об него стукнулся. Вот, вот ногой, смотрите, синяк. А, вот такой синячище. Фиолетовый он. Все, я бахнулся. Ногой об камень не увидел. Ну и просто уже бахнулся об камень. И просто уже по инерции пошел вперед. Была удочка в руке. Пришлось... Лучше намокнуть, чем удочку сломать. Тем более фартовая, классная, моя любимая. Так что вот так вот бывает и такое. Сейчас загораю. Благо сегодня Господь Бог погоду такую дал нам. Теплую, солнечную. Сейчас и вещи просохнут, да и мне не холодно. Вот я стою, вот, просто раздетый. Босиком на камушках. Камни нагрелись прямо вот. Вон, камнище, вот стою. Камни теплые, классные. Так что вот так вот бывает. Никуда без этого. Самое интересное, что стоял в перекате, в таком бурном, ловил рыбу. Хоть бы что. Все осторожно. А здесь вышел, расслабился. Так что, друзья, вот еще один опыт. Лучше не торопиться идти. Хотя я тоже не торопился. Но все-таки вот. Вот так вот получилось. Так что ребята ловят. Ну вот так вот, друзья. Не знаю, буду дальше рыбачить или нет. В принципе, мне рыбы вот выше крыши. Там штук 30 поймал. Даже, может, поболее. Все хорошие, все крупные. Ну, видно будет, короче. Ребят еще, может, тормозить буду где-то на перекатах. Пусть ловят. Ну, а я все. Наловился.
Ну что, друзья, вот и все, закончилась рыбалка. Третий день. У меня будет всего два видео, потому что я первый день не стал снимать. Короче, отдохнули, вот так порыбачили, приключения были. И в воду я упал, вейдерсы набрал, сушились. Короче, будет весело, два дня будет вот такенно. Покажу все там в видео, и стан, и как мы ловим, и улов покажем. И как Геннадий, короче, полный вот такой вот отдых получился. Ну, а вам, как всегда, друзья, скажу, подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, ставить лайк, вот такой вот лайк. Потому что нажать на кнопку подписаться, я считаю, что это не трудно. Ну и лайк поставить тоже не трудно. Я стараюсь, друзья, от всей души показать вам все только в лучшем виде. Красоту, мушки, на которые мы рыбачим, снасть, на которую рыбачим. Так что, друзья, подписывайтесь. Ну и по традиции, ни хвоста всем, ни чешуи, добра и мирного неба над головой. До новых встреч, друзья. Пока-пока.